Итак, что мы видим, господа? Калининградские продаваны. Это продаваны, потому что они не учитывают мнение населения и погодные условия. Но вот сегодня 3 декабря, за окном валит снег, и уже он неделю валит, если не больше уже, чем неделю. Снега полно, улицы все завалено, огороды завалены. Был центр калининградский. Предлагает лопаты штыковые, металлические. Металлические, да? Вот они, только металлические. Ну, еще саперные, да. Автомобильные. Ну, автомобильные, да. Где зимние лопаты? Нету зимних лопат. Есть какая-то вот такая ущербная, 19 сантиметров лопаточка. Так, и она имеется в наличии только на Московском проспекте. Только на Московском. На Согласии нету. То есть на Согласии это вообще на Сельме. Это удобное место самое. Дзержинского это юг. Нету. Московский это жопа мира. Это на востоке. 64 штуки. Но на Московский я не пойду за этим, за этой лопатой. Извините. Такая лопаточка только. Всего. Из всего ассортимента для зимы. Вот такая лопата. 19 сантиметров. Да. Все.